80% работы по уходу за больными ложится на медицинскую сестру. Это ли не основное подтверждение, что без медсестры не обойтись ни врачу, ни пациенту? Сегодня медсестра – надежный, грамотный помощник доктора. В муниципальном здравоохранении трудится чуть более 700 медсестер. Мало, замечает главная медицинская сестра первой горбольницы Людмила Карымова. Каждый пациент требует времени, сил, заботы и опеки, трепетного обращения. Но, несмотря на трудности, всех объединяет главное – профессиональное качество. Любовь к нашим пациентам. Любовь, уважение, желание работать, понимаете, приносить пользу. Что бы мы ни говорили о деньгах, что бы мы ни говорили о кризисе, если не будет любви, не будет профессии нашей. От руководства слова благодарности и теплые пожелания, почетные грамоты не только за работу, но и активное участие в городских и областных конкурсах, научных конференциях. Дебют в традиционном конкурсе «Лучший по профессии» принес победу Евгении Кувшинниковой. На медсестру обучилась просто, чтобы быть домашним доктором для близких, но со временем поняла, это именно то, что умеет лучше всего. Говорят, нормально, нравится, пациенты не жалуются. Раз поменяли профессию, сейчас не думаете менять? Нет, все, уже теперь нет. За многолетний труд и преданность профессии городской медалью отмечена ветеран сестринского дела Любовь Денисова, медсестра детской поликлиники номер 1. 40 лет в ее трудовой книжке одна запись. До сих пор ей хватает доброты на тысячи маленьких пациентов. Я на грудничковом отделении работала. Очень тяжело было. Их надо утром и на горшок посадить, накормить, вымыть. И, как говорится, все манипуляции медицинские сделать. Конечно, все это с душой. На участке, если я работала, как говорится, приходилось домой приходить даже по 3 раза к одному ребенку, чтобы там пришли на прививочку. В муниципальном здравоохранении трудится немало профессионалов. Приходят и молодые медсестры. А значит, есть на кого опереться, с кем работать, кого учить и кому поддерживать престиж нелегкой профессии медицинской сестры.